Итак, мы довязали ноги, вот что у нас получилось. На одной ноге мы нить обрезали, связали другую, тут нить не обрезали, продолжим вязание от нее. Маркер начала ряда у нас в обоих случаях уходил в сторону, мы его не контролировали его расположение, потому что вязать будем как бы не оглядываясь на него. Что нам сейчас необходимо сделать? С тыльной стороны бедра обеих ног установить маркеры, так, чтобы они оказались ровно посередине. Вот примерно так. Один маркер будет. И с другой стороны тоже устанавливаем маркер. Примерно так. Чтобы убедиться, что мы правильно установили маркеры, мы сейчас их объединим между собой. Посмотрим, как будет выглядеть ноги после ввязывания. То есть нам нужно добиться того, чтобы ноги смотрели либо прямо, либо чуть вот так. Но ни в коем случае не так. Поэтому вот сейчас вот смотрим после ввязывания, как стоят ноги. Ровно, вперед. Значит, нас устраивает. Это будут те петли, за которые мы будем ноги соединять. Маркеры не убираем, продолжаем вязание ноги и вяжем необходимое количество петель до вот этого вот маркера на ней. У всех может оказаться разное количество петель, это зависит от того, где у вас закончился ряд, где вот у вас маркер начала ряда, смотря какой у вас был сдвиг ряда. У меня мне понадобится провязать 1 2 3 3 столбика без накида. И четвертую я провяжу, четвертую уже в петлю с маркером. Значит, вяжу 1, 2, 3 и четвертый столбик без накида у меня в петлю с маркером. Повторюсь, у вас возможно другое количество петель. Главное, определите, что маркеры были таким образом расположены, чтобы ноги правильно у нас после ввязывания стояли. Так, теперь делаем, вот у меня сейчас столбик без накида в петле с маркером, делаем 3 воздушных петли. 1, 2, 3. И в петлю с маркером на второй ноге, ровно в нее, провязываем соединительный столбик. Просто соединительный столбик. Крючок взяла не тот случайно, ничего страшного, заменяю. Так. И далее вяжем уже по правой ноге, ой, по левой ноге. Вяжем по ней 13 столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11, 12 и 13 столбик без накида получается вот в петлю с этим маркером. Все, маркеры убираем, они нам уже больше не нужны. И продолжаем вязание. Далее мы вяжем 3 столбика без накида по цепочке воздушных петель. Один, два и три. Далее мы делаем 13 столбиков без накида по правой ноге. То есть первый из них будет как раз в петлю, в которой был маркер. Вот в нее, от которой как раз вот мы вязали цепочку
из 3 воздушных петель. Делаем 13 столбиков без накида. 1, так, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Далее нам нужно провязать по цепочке воздушных петель 3 столбика без накида. Один, два, три. Если вам тут кажется, что вероятно получится отверстие, потому что здесь ножка петли окажется как раз вот, то можно сделать что-то типа убавочки, провязав за нее, чтобы лишней петли, лишнего вот это вот отверстие не оказалось. Вот так. И это получилось первый столбик без накида по цепочке, второй столбик без накида по цепочке, третий столбик без накида по цепочке, чтобы у нас и лишних петель тоже не образовалось. И все, мы провязали, и здесь у нас в данном месте будет начало следующего ряда. Можно сюда вот маркерную нить нашу отправить, и чтобы было видно, как это происходит, я вот так вот сделаю, перекину. Вот. Здесь будет начало следующего ряда. А нумерацию рядов мы вновь не начинаем, мы как бы продолжали же вязание ноги. Был вот это вот у нас провязан 14 ряд, следующий ряд будет 15. Если же вдруг вы не делали вот этой манипуляции, которую я сейчас сделала, и у вас где-то тут образовалось отверстие, вот есть хвостик остался, можно им зашить, либо взять какую-то другую ниточку зашить. Но вот у меня сейчас здесь никаких отверстий не должно быть. И, кстати, давайте проверим количество петель. Вы должны убедиться, что у вас сейчас 32 петли осталось. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Вот, ровно 32 петли, значит, все в порядке.